Всем привет, с вами Рашамон и Вайпермен 150. И сегодня мы играем в Dota 2. Мы играем на рандоме, и мне выпал Shadow Find. Мне Рики. Как ни странно. Ненавижу Рики, я не умею играть за него. Oh, yes. Слушай, говори, что мне в первое вкачать. Окей, Рики. Что первое вкачать-то? Так, наверное... Ну, вкачай третий скилл. Я не... Третий скилл — это баф. Печально. Это пассивка. Ну, точнее, вот. Пассивка. Да уж. Ты забыл закупиться. Да ёлкарный шашлык, я уже давно в дот не играл. А чё, уже началось? Не, 5 секунд осталось, срал я на этот закуп. Если на тебе ФБ будет, это будет вообще жесть. Чё у тебя в руках? У меня ничего нет в руках. Ты экстра... А, ты не экстра квалити. А кто ты? Кто я? ESF. Я не знаю, кто это такой. А, вот Shadow он Fire. Ты. Shadow Fire. Я чёрный. Да я понял, ты чё, чёрный педрила. Что? Ты вообще охренел? Нет. Против меня, кстати, Абаддон стоит. Это достаточно... Против меня какой-то... Это... Дебил. Нет, против меня два дебила. Ну, дебила. Значит, Абаддон кружится вокруг меня. Пошёл, закуплюсь лучше. Хорошая идея. Тут какая-то баба просто дура. Левел 100. Баба? Да. Какая баба? Которая чуть выше меня. Точнее, которая была со мной там. Все ждут, пока она выйдет из инвиза. А, она. Понятно. Тебя сейчас покарают, мне кажется. Не, я уже на базе. Ты что там забыл? Закупиться. А? Чё там забыл закупиться, а чё мне ещё за... Ой, а чё я купил-то? Блин. Я не знаю, чё я купил. Я лучше пойду с тобой. Нет! Нет? Ну тогда я пошёл наверх. Нет! А? Тогда я наверх пошёл. Правильно сделаешь, если сейчас наверх пойдёшь. I believe I can fly! Пожалуйста, дайте мне крепочков. Спасибо. А что мне? У меня первый уровень до сих пор. Я его сейчас сам убью. Блин, косанул. Косанул, конечно, жестко. В атаку! Надо хотя бы накопить второй уровень. Давай, а, первый уровень? Да. А, сука, пошел. Так, а вот тут вот плохо, конечно, что Триан лечит Абаддона. Это вообще ужасно. Не-н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 е. Кого слили-то? Лохи. Вы куда поперлись, дебилы? Тут башня как бы. Вы не должны, сука, читеры. Ну да ладно, похуй. Ой, меня въебали. Чё вот этот скилл делает? Представляешь, какой? Нашу башню уже начали ебашить. Ну правильно делают. Нашу башу. Блин, что я сделал? Я неправильно сделал. Правда? Что, что а ваш... этот скилл что делает? Ебать, я лох. Ну вот же. Пошел нахуй. Блять, уебок. Чтоб тебя лешие уебали в жопу. От меня осталась только мокрая кровь. Ну апти... Кто-то, блин, апните куру. Нет, к сожалению, я не буду апать куру. Чё? Я вообще тебя не вижу. Рики, апни куру.
У меня чата нет, я не вижу, поэтому я не обязан. Кстати, ты хардкерри, так что, по идее, ты должен затащить. Кто я? Ты хардкерри. Я по хард. По идее, ты должен затащить. Так, я брат. Сложная вишня? Окей. Враг ушел с центра. Так, сначала я, наверное, враг закуплю опасен. Себе этот Shadow Blade. Потом уже буду. Shadow Blade, Shadow Blade, Shadow Blade, Shadow Blade, пошли вы нахуй все. Я вас ненавижу. Вы пидары. Офигенная песня. Главное, какая добрая. Песня? Да. Я просто... Сама доброта. Блин, у меня лагает. Так, я, значит, на фрифарме. Чё это такое? А ты где? Я не знаю. О, у них Лони этот ревнул. Офигенно. Просто офигенно. Сейчас я на фрифарме постою. О, все, сглазил. Абаддон выехал. Абаддон выехал за тобой. Да. Однако. Ну, кстати, Абаддон это вообще достаточно сильный персонаж. Да, блять, меня пиздят, уйдите. В плане саппорта. Нет, уйди, я Рики, я всего лишь ебаный Рики. Напрыгай, прыгай на медведя. Пизди медведя, пизди, пизди, да, я убил медведя, все, отступай, блять, нахуй, нахуй я. А, враг свалил уже. Враг отхватил. А я, знаешь, такой... Такое чувство, что там это... Смотрю на свою бабу и думаю, что это враг. Молочек. О, у них Лоня переключился. Ну ладно. Все хорошо. Все просто замечательно. Че, ублюдок вышел из АФК? Чего? А, забей. Так, если что, вы не видели моего фона. Я немножко свернул посмотреть кое-что. У меня нет маны. Я не могу сделать ни туман, ни прыгнуть на кого-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у Абаддона ульта. Откуда у него ульта? А откуда у Абаддона ульта? Хорошего. От верблюда. О! Он мне оставил 42 хп, но не побежал за мной. А, сука тупая, сука, уйдите. Уйдите, гады. Блин. Чё, ну так нечестно, пиздуйте. Это Абаддон опасен. Абаддон отхватил. Бедный Абаддон. Абаддон опасен. Я отхватил. Отхватил ты. А, сука, сука! Пидор. А. Ты так какого вообще уровня? Я 5-го. А ты кто? Я 8-го. А, вот ты. 8-го. Кстати, у тебя ульта это вечный инвиз. Я знаю. Откуда? Ну вообще не знаю, какие скиллы у Рики. Ну, думаю, что да. Братист, меня галтяйс. Фак. Пока мы всираем, грубо говоря. Это что такое? Столько. Это что, специальная кура какая-то? Да, у нас кура. Хорошая. Ага. Прикольно. А кто дважды погиб? Ты дважды погиб. Окей. Если мне сейчас скажут ДСС, они либо слепые, либо... А, медведь, сука, он вернулся. Надо пиздить медведя. Медведь гад. Так, ну почему меня оставили на фрифарме, я чуть не понял. Фрифарм? Бесплатный фарм? Ну, типа того. Ну, потому что я, блин, стою, мне никто не мешает фармить. Ебать, ты крут. Всех затуманю. Туман, 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 туман. Нет, сучара, уйди от меня!
Кстати, ты достаточно неправильно качался, тебе нужен этот бэкстеп. По идее. Да иди ты нахуй! Ты че меня знаешь, урод? Нет, я не тебя. А, меня? Да извини, ты урод. Пидорас одного. А, блин, я опять скосил. Yes. А, инвиз это... Как его зовут? Вечный, что ли? То есть, пассивный? Да. Пассивный. А, я думал, нет. 3 секунды проходит, ты в инвизе. Тебя никто не может увидеть, ну кроме гемы, если у противников есть гемы варды. Нельзя допустить, чтобы у них были гемы, надо их отпиздить всех. Ты прав. Потому что, если они купят гем против меня, это вообще будет жесть. Я еще сейчас собираю Shadow Blade. А что, ты тоже можешь становиться невидимым? Ну, типа того. Это предмет такой есть. А, предмет. А ой, я попал по этому урону. Я отхиливаюсь. Или что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Shadow Blade. Так, отлично. Я ему способность выбил. Еще ульту выбил. Ох, как я по нему вдамажил. Quickly. Это просто задница какая-то, как я ему по нему... Юпи-юпи-юпи. Юпи-пи-пи-пи. Юпи-юпи-юпи. Пи-пи-пи-пи-пи. А я хочу инвиз. А я хочу инвиз. 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 Где я? Вот он я, слава богу. Херушки тебе! Хер сбежишь. Хер сбежишь, Питер. Хер сказал. Хер. Я выехал. Да почему Питер он от меня убегает? Я ж догоню тебя. Блин, я к нему пытаюсь... Нет, я не догоню. Пизди его, да пизди его до конца. Пизди его полностью. Ты догонишь, да. Хорош. Прыгай, блинкайся. Отлично. Не-не-не-не-не-не. За Рики получается играть хотя бы за Рики. Не-н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 е. За Рики играть, да. Я в инвизе уже. О. А чё, свои персонажи тоже меня могут видеть, да? Да. Печально. Я бы к тебе по-неожиданному подкрался бы. Ну да, это было бы весьма-весьма подло. А башенки меня тоже могут видеть, да? Башенки? Да, могут. У них же типа трусайт. Ха-ха-ха. Так. Типа Warcraft. Так, я хочу инвиз. Движение в жизни какое-никакое. Дядя. О, фура. Ты мудак. Нахера ты фуру на поле боя припустил? Запустил. А, да похуй. А я хочу сосать. Ой. Чего? Да так. А, стоп, стоять, бояться, нахуй. Блять. Нифига себе, у меня дамаг, конечно. А, нахуй! А, блядь, надо пойти отхилиться, а то маны нихуя нету. Беги, Рики, беги. Как я давно не играл в эту игру. Но ты уже умеешь играть за Рики, это уже неплохо. Рики, да он легкий после того, как получаешь инфиз. Да. Quickly. Мне, наверное, на базу придется гонять, хотя я не уверен. Давай, братиш, мы гоним. Блин, может мне пойти гангануть? Там. Гангануть? Гангануть. А, гангануть. Нет, а я думаю,
Ганган блин, стайл? Здесь Абадон. Поздравляю тебя, братишь. Я тебе покушать принес. 14 минута. Я не должен писать СС, по идее. Хотя все стоят на своих лайнах. Удачи, мы проиграли, кстати. Скорее всего. Возможно. Ты вообще там как стоишь-то, я что-то не понял. Я не знаю, я сверху там. Что-то сверху. Да сверху просто. Ты уж совершаешь серию убийств, офигеть. Я пока... Ничего пока не сделал, но... Ничего пока не совершил. Да, но я... Но все еще впереди. Вот извиняюсь за мой кашель. Вообще. Задолбал уже. Так, значит, мне нужно куда-то... Так, стоп, кто тут? А тут Свен. Ну, значит, я Свена сейчас убью. По идее. Должен, по крайней мере. А я хочу обнять. По крысам бегать, по русей бомнять. Чё? Не знаю. Русей бомбить? Бомбить. Да, именно так, бомбить. Ну, кстати, отхилил. Шпрот, этот Триан. Стоять, не рыпаться. Ах ты, пичка горбатая. А, нет, я же Рити, я всего лишь Рити. Так, мне кто-то написал, короче. Ха, он все равно сдох. Лох! Чё ты сделал? Мне кто-то написал. Это не важно. Аплодисменты. Мне кажется, или кто-то по чату разговаривает. Да, разговаривает. Алло. Заткнись, пидор. Я вижу, как ты башенку ебешь. Теперь я вижу себя. А чё мне не дается инвиз? Отлично, я пропушу. Чё мне инвиз не дается? Дался вроде. Нет. Ты в инвизе? Нет. Да. Мне не показано. Мне не показано, что я в инвизе. А мы сейчас проверим. Меня видят или нет? Да нет, походу, он не видит. Сейчас еще проверим. Восемьдесят хп. А, вот теперь. Хорош брехать. Нет, у меня, к сожалению, нет маны. Я не убью. Отлично. Ландроид забросил игру. На, хватай, 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 хватай. На, все, хорош, отлично. Я забрал. На, блин, у меня залагало. Алло. Алло, алло. Отлично. Конечно, Триана было пробить вообще сложно, потому что он жирный, как не знаю кто. Да, они все жирные. Ну, кстати, да. У них какая-то команда танков.
Отлично, я купил себе Рингл Аквила. Так, сейчас. Кто-нибудь придет наверх, а то я обижусь ведь. Сейчас я приду, все будет норм. Нет, я имею в виду из противников. Ага. А то мне некого убивать. Блин, Дарксир, я тебя спасу. Нет, к сожалению, не спасу. Но не важно. Здесь какая-то змея ползет. Плевать, честно говоря, на какую змею. Нам если честно, надо... мне тоже. Нам тупо надо пропушить. Так. Значит, покупаю тампорт скролл и... Тампон? Ты идиот? Нет, я просто глухой. Понятно. Ах, они сучки. Не то слово. У меня чё, хп больше, чем у... Ну все, минус. Талдор Титан. Ты что, он идиот? Да уж. Охренеть, блин. Чё за идиот? Он... А, меня полный я. Обнаружили. Этим героем вообще играть не умею. Yes. Что он корень рисует? Я спрятался. А, это были буквы. Дуку? Это были буквы. А, буквы. Шестьдесят хп, я убежал. За мной какое-то дерево гонится. Триан? Он тебя не убьет, вроде бы. Он вроде бы стоит около башни. Понятно. Он лекает его. Че, он лекает ее? Шнурот, который лечит башни. Так вот она, где зара. Собака закопана. Какая собака? Ты чё курил? Вот так. Ты чё себе собрал, как я? Он курил. Окей. Ладно. Всё хорошо. Блин. Нет, иди нахуй. Угу. Блин. Удачи. Особенно удачи я пожелаю Темплар Ассасин, потому что она идиот. Если она встала в инвиз рядом... Что? У Свена гем! Отлично. А где Свен? Да где? Вон там он. А, вот он, этот бидон. Это. Ну зашибись, чё. Ну гем. Все. Я знал то, что он заберет гем. Потому что как я от него ушел с 60 хп, это было, конечно, ржачно. Но я понял то, что он после этого соберет гем. И он собрал его. Пидорас. Ага. Пиздить слово. Его надо. Вечно. Ты прав. Давай, да узнаешь же ты вечную кару. Ага, взад. Да. У меня опять, по-моему, инвиза нет. Рики, надо Свена сливать. Беги сюда, Рики. А ты где? А, вот он ты. Да вот он я. Хорошо. Все, минус я. Потому что. Там их много. Я боюсь большое количество уродов. Oh, yes. Правда, что ли? А, я убежал. Офигеть. Офигеть. Че, лохи, что? Блин, меня кто-нибудь видит? Нет? Я не понимаю. Я вон видит, нет? Алло. Я в инвизе, нет? Ты в инвизе, но тебя видно. То есть? Ну то есть, в прямом смысле, то есть, тебя видит этот Свен. А, не, я в том плане хотя бы, что я просто в инвизе. Нет, ты не в инвизе. Не знаю почему. Ударь кого-нибудь, пройдет. Такая фигня. Да я понял, сейчас я залагал. Блин, а вот все. Так,
Да нет, мы проиграли, потому что у нас у них есть, точнее, умный Свен, который купил гем. Да, лидер. Но если, конечно, я сейчас куплю дезолятор, все может измениться вполне в нашу сторону. Блин, да задолбали башню включать себе. Так, ставлю на силу, короче, я понял. Свою. Power Threads. Для того, чтобы я был не таким тонким. Тонким? Ну да, я же тонкий. Меня Стан Свена пробивает уже. Тощий. Этот КП. Надо Свена выносить, да? Надо выносить Свена, и надо выносить, мне кажется, еще Абаддона, потому что он мешает достаточно сильно. Да что ж такое-то? Вот. Я только подхожу, они сразу Свена включают броню. Свена вообще 4 к 1, он какой-то вообще непобедимый. Блин. Я обиделся. Не покупайте гем, не огорчайте Леонида Петровича. Какого Петровича? Не Петровича, а как его там? Понятно. Ой, я тебя вижу, братище. Ну молодец, чё ты. Всё, я пошёл с Вэном сливать, отлично. Я с тобой, подожди. Да блин. Два инвизника пошли сливать с Вэна. Ну, который видит инвиз. Да. Удачи. Три инвизника. Погнали, ладно. Поможем. Ничего, втроем забьем. Втроем, да? Хорошо. Даже без инвиза. Я даже в инвиз зайду. Специально. Так зачем она сюда пошла? Ланая. С нами. Понятно, с нами. Нас двое. С нами. Пошли, Рики. О, блин. Твою мать. А что, Свена больше нету? Да вот он! Спаси меня! А он мимо тебя пробежал, я подумал, что у него нету нифига. За мной дерево гонится. Он тупо пробил меня тремя ручками. Сцена вообще неуязвим какой-то. По-моему, этот тоже собрал гем. А нет, не собрал. А ты, он тебя уже вынес? Да нет, я жив. А, ты жив еще? Убежал. Я еле-еле жив. Отхиливаюсь. Стою. Нам нужны вообще какие-то, не знаю, что ли, бафы или что-то еще, чтобы мы сильнее его били. Я быстрее, себе сильнее. И мне, кстати, что-то надо на ХП, потому что меня Свен просто пробивает с нескольких ручек. Свен очень опасный противник, очень. Yes. Да он тебя видит! Да вижу. Угу, удачи. Like a... Ай, лохи, сзади. Все, минус ты. Минус я. Да. Минус ты. Так, понятно, мы проиграем. Да это очевидно. Потому что у них есть Триан, который лекает эти башенки. Они вместе со Свеном ходят. Да. Ублюдки сраные. Угу. Я, кстати, ни разу еще ульту не использовал, блин. Не удавалось возможности попробовать. Угу, сдохнуть ни разу не... Че, вы сдохнуть-то попадал, возможно, но я ни разу не подыхал. К сожалению. А то бы я использовал ульту. Почему сдохнуть не выпадало возможности? Ну, выпадал, я еще раз сказал, потом, правда. А. Блин. Свен, ты меня огорчаешь. О, как он меня огорчает! Блин. Что это было? Это была ульта. Yes. Твоя? Не моя. А, пидора какого-то? Да. Все, минус, Дарксир, блин, ну, все. Свен, короче, тут решает. Сейчас все, и вся. Отлевывает всех. Да, взад. Он сейчас еще сюда пойдет. Он сейчас еще меня. Я же понимаю, то, что он меня не поймает. Я в адвизе, нет? Он? Я. Ты? Да, но сейчас тебе Свен, все так, но все равно. Ну, я знаю, что Свен меня увидит, но просто... Мне показано, что я не в инвизе. Блин, их там трое, как нам? Легко и просто, смотри! Аллилуйя! Да не качай их! Йо. Я сделал туманчик. Ой.
А, блядь, что за нами гонится, пидор какой-то. Не-не-не-не-не, Свен, блин, давай договоримся, Свен, давай дружить. Свен, блядь, нахуй! Блядь, ты куда ты пошел, тупой Рики? Ебать! Бля. Мы проиграли. Они уже на нашу базу напали. Да не все, во всем виноват, кстати говоря, Свен. Да, использую ульту. Угу, все, минус я. Ух, нифига себе, я по минимуму в дамаг. Сейчас Свена въебат. Да, Свена вынесли. Но кто-то взял ген. Угу. Не, кто-то из наших взял ген. Ланая. Слава тебе, Господи. Слава яйцам. Все, теперь мы не выведем. Теперь они будут срать. Я спасу, пойду, Лана. Yes. Вот это лаги. Че, гейм опять у них или че? Еще давай. Давай еще. Я не пробовать выебать смог. А? Я кого-то смог выебать. Малорик. Малорик? Я только что спасла Найя. Она должна мне просто-напросто кланяться. В ноги. Ой, а где гейм? На базе. А, вот он. Не трогай его. Я понимаю, Илья. Не будем ничего трогать. Во избежание всяких проблем. Серий. Ненужных причем. Свен урод. Да, но он лох. Он потерял гем. Он сейчас просто-напросто новый гем. Он просто новый гем купит. Ну пусть покупает. Мы его снова отберем. Да как? Это повезло то, что моя ульта так сильно сработала. Да, ты вообще красавчик. Так, мне значит звонят. Значит. Я слышу. Да, минус. Все, у Свена гем. Где? Я не видел, что нет, у него нет, у него еще нет гема. Блин, это как он меня разобрал. Нифига себе, он мне там вдамажил. Нет, Свен очень опасный противник. До 100%. У него ульта, блин, как я не знаю что. Вот дамаг там безбашенный просто-напросто. Да ё-моё. Пошёл нафиг, блин. Этот типичный рак задолбал уже, честно говоря. Постоянно мне название. Так, ой. Окей. А, мне тоже звонят. Да тихо ты, стой. Ты чё палился? Мне позвонили, у меня открылось окно. Я ничего не мог с этим поделать. Понятно, нам пропушили. Мне внесли дамага, блин, больше, чем я не знаю кто. Этот Свен дурацкий. Ну Свен вообще, кто его так сильно расформил? Да кто его знает. Каким-то Дарки Сиерра. Дарки Сиерры. Темплар Ассасина. Да нет, Темплар Ассасина. Да ты это сделал, у тебя 4 к 7. Чё? У тебя 4 к 7, ты это сделал. Меня убивал не он. Я согласен, меня убивали, но меня в основном убивало дерево. А еще какие-то пидорасы. На съемке посмотришь, я Свена вообще ни разу не видел. Меня свернулось из-за долбанного. Да блин, мне уже двое звонят. Мне тоже. Сначала мне этот двое звонили, теперь мне еще двое, один звонит. Вот что за хрень? Спасибо за Роша, отлично. Раз. Что дальше? Ю мать.
У меня... Да, хватит лагать, задолбало уже. Меня уже застилили. Ну, ничего, нормально. Танчит нормально, да? То есть я танчу? Все танчат. Ура, мы вынесли одну башенку. Офигенно. А где они-то? Они сейчас придут. Не сомневаюсь. Нет. Я спрячусь. Я спрятался. Я к тебе. А как я выйду? Не знаю. Окей. Там опять Свен, да? Да, сейчас он тут будет. Мне кажется. А какой-нибудь гем есть? Нет, это хорошо. Поэтому туманчик всем! Вон он, Свен, все, отходим, отходим, отходим. Я в виде, я отхожу. Нифига себе, у Свена там, блин. А у Свена нету самой хоро... А кто меня спалил? А, показалось. О, мне сказали, чтобы я убил Свена. А как? Как хочешь, но убей. У меня дамаг не такой большой. Да и к тому же, блин. Как хочешь, так и убивай. 51. У него дамаг плюс 14. 451. У него сейчас дамаг ручками уже 155. У него 22 уровень. У меня 17. Мы проиграли. Да ну. Да ну. Нет, да, конечно, сейчас у меня дамаг просто тупо ручками. У меня две... Ух, нихера себе у него дамаг ручками. Блин, а вот у этого... Элдер Титан невозможно было, конечно, перепикнуть? Я не знаю. Не с руки, наверное. Это уже гадлайк, отлично. А, Свен, Свен, Свен. А, пидор. Да, Свен, конечно, раскачался. Да он на вас раскачался. Нормально, чё. Между прочим... А, нет, ты убегал. Я убежал. Знаем. Блин, мне еще надо несколько монеток набрать. Да плевать, я тупо пожертвую, наверное, с собой, чтобы убить грёбаного Свена. Так надо. Ты сможешь. Используй свою ульту. Да, блин, походу придется так сделать. Не туда. Ну зашибись, чё? Из-за этих уродов меня убил Свен. Меня он тоже убил еще. Нет, он тебя не убил, но из-за этих уродов меня он убил. Которые мне звонят. Задолбали уже. Мне много кто звонит. Честно говоря, задолбали. Я, блин, я не отвечаю, значит, может, я занят там, я не знаю. Ну, они что-то это задрут. Ты чё, они видят, что ты там в доте сидишь, и они чувствуют жопу, что сейчас. Они тебе позвонят, и все будет круто. Да отстань ты от меня. У него Аегис. Я, блин, на Свена нацелился, я мог его вынести. Я своей задницей пожертвовал для того, чтобы убить его. А он воскресился на нашей базе. Офигеть. Дерево вынесите хотя бы, ребят, вынесите. Угу, веришь. Угу. Да пиздите вы свои на пи-пи-пи-би-пи-би пиздите. Мы верим в вас. Муза фука. Валёк, скилл. Ульта. Нет.
Я сейчас воскресну. Я воскрес. Нас ломают. Ломают. Поломали. Ага. Есть. Я ему сейчас такой ответ сделаю. Мы убили Свена. Что ты там пишешь? Да так. Печатаешь. Так и не получилось, кстати, нормально. Сыграть сегодня. Постоянно эти уроды звонили. Да. Что случилось? Я вам сейчас так... Пока Свена нету, качаться можно. В принципе, мы проиграли. 100%. Я даже туманчик здесь выпущу. Чего? Я кого-то убить смог. Да, ты убил этого баранера. А, я буду всех убивать с помощью скилла. А у меня маленький дамаг. Все. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте под дверь, подписывайтесь на канал. Ссылка на канал Рашамона будет в описании. Ссылка на канал Вайпермена 150 у меня тоже будет в описании. Всем пока. Пока.